Для решения споров в сфере здравоохранения в городской поликлинике номер 5 был открыт кабинет медиации. Теперь все пациенты, у которых есть какие-либо претензии к медицинскому персоналу, могут сразу обратиться к медиатору. О том, как будет работать кабинет медиации, узнавали наши корреспонденты. По инициативе Ассамблеи народа Казахстана Западно-Казахстанской области в городских поликлиниках открываются кабинеты медиации. Городская поликлиника номер 5 стала первой медицинской организацией, где появился непрофессиональный медиатор. Пациенты, а также сотрудники медучреждения теперь могут обратиться сюда с жалобой на врача, а также в случае возникновения любых спорных ситуаций. Чаще всего люди недовольны обслуживанием и отношением к себе медицинского персонала. Однако бывают и более сложные конфликты. Иногда некоторые конфликты выходят за рамки организации, и пациент идет, пишет жалобу в вышестоящий орган, в суд или правоохранительные органы. В такие моменты медиация считается альтернативой, хорошей альтернативой вместо суда или разбирательства правоохранительных органов. Необходимо отметить, что сотрудники таких кабинетов пройдут обучение профессиональных медиаторов, чтобы решать конфликтные ситуации и не доводить их до судебных разбирательств. Вы знаете, что в здравоохранении у нас такие споры бывают. Это споры наших медицинских работников с пациентами, ну и бывает в коллективе. Поэтому для этого мы являемся первыми в области. Пациенты могут обратиться по разным вопросам. И трудовые споры, и межконфликтные ситуации между врачами, между средними медицинскими работниками. В скором времени кабинет медиации будет открыт в городской многопрофильной больнице. Затем такие кабинеты появятся во всех медицинских учреждениях области. Юлия Мутылова, Рустем Ищанов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжейк.